Итак, второй полуфинальный бой нашего турнира весовой категории до 93 килограмм. Два раунда по 5 минут. Боец синий угол. Рост 185 сантиметров. Вес 93 килограмма. 21 год. Чемпион СКФО по боевому самбо. Победитель всероссийского турнира по дзюдо. Бойцовский клуб «Беркут» Хамзанов Усманов. Боец «Красный угол». Рост 190 сантиметров. Вес 93 килограмма. 22 года. Чемпион России по универсальному бою. Бойцовский клуб «Беркут» за 56 секунд первого раунда.